Оскорбили, покрыли матом и вылили колу на автомобиль. На парковке у известного фастфуда поругались автомобилисты. Нет. Даже вообще не это. Сними его номер. Хочу сними. Это начало потасовки. Мужчина показывает, что не может уехать, а после показывает непристойный жест дамам. После подходит к автоледи и начинает высказывать недовольство. Да-да. Умница, ты что так встала? А ты что так разговариваешь? Здесь дорога, парковочные места сзади. А ты что так разговариваешь? После неприятного разговора девушка сообщила, их автомобиль облили колой. Впрочем, мотивы его поведения она так и не поняла. Проезд, говорит, никому не загораживала.